Who are you? What are you doing? Dr. Kenson? I'm Commander Shepard. I'm here to get you out. Commander Shepard? I'd heard you were alive. Hackett must have received my message. We're not safe here. Can you walk? I'm fine. Just give me a moment. We have to go. Now. If we can find a console, I can hack security. Make us an escape path. Then we'll find one. Go! Ready. Видимо, они ее сильно достали. Ну, вылазь. Экономить патрончики надо, не правда ли? Не лишний будет кредитиков понабрать. Черт, а нам закрыли здесь дверь. Даже обидно как-то. А, ну хотя здесь ничего такого не было. Поэтому не зря, что я туда не пошел. Окей, будем надеяться. Да, куда авторизации у нас, конечно, ни хрена нету. Так, кстати говоря, у Кенсона есть хорошее умение, которое может мне немножко помочь. Минус один тюремщик. Disabling systems. Да ты шутишь. Windham. Замечательно. Трошки мне не помешают. Using overload. Не в того ты перезагрузку шмальнула. No shit. Минус один, короче. Using overload. Сейчас еще раз шмальнем перезагрузочкой. Вот теперь вас обоих можно убивать одной гранатой. Я, конечно, утрирую, но суть вы поняли. Сволочи. Сохраниться пока не дают. Ну и здесь довольно много патронов. They know we're here. Keep them off me while I hack us a way out. Suppressor teams to cell block. Now. Давай, я уж постараюсь. Главное понять, откуда они придут. Лево, право, право, лево, лево, право, право. Ну ладно, я вижу. Incoming. Я уж заметил. Так. Помню, что там вроде надо будет двери закрывать. То ли с одной, то ли с двух сторон. Вот этого уже, извините, не помню. Кстати говоря, помню, что опять-таки нужно переместить оружие на вот это, поменять. Да мать твою! То, что там стоит его дружок, мне ну ни капельки не помогает.
А вот это я помню. We need to close the door we came in through. Keep them out. Да-да. They're coming through that door in the back. Lock it down. They're coming up from below. Other side, go. Пошел вон отсюда. Мразота. Кышует доктор Кенсон. Главное не сдохнуть. Хреновенькая дверь закрыл на самом деле. Ну ладно. У Кенсон мало хп осталось. Будем надеяться, что мне это не поможет. И не повлияет на ее смерть, если что, вдруг. Так, главное его убить. Теперь включаемся обратно. И добиваем этих братьев-акробатов. Ну, насколько это возможно, конечно. Still need more time. I need cover. Серьезно, еще двое. Да пошли вы. Остудись, а то ты заморозился немножко. Так, с другой стороны на лифтах. На каких лифтах? Я здесь не вижу лифтов. Где вы? А, теперь вижу. Так. Не то, что Ченция хорошо их урубала. Так. Ну, главное я сделал. Это значит, что основная проблема у меня ушла. Ну давай. Кто там опять появился? Оу. I have a bad feeling about this. Так, ну на тебя я все-таки потрачу эту гадость. That did it. Let's move. Да ладно. Ты это сделала. Last thing. The hangar doors are hard locked. We'll have to get those open the old-fashioned way. Leave that to me. Heads up! Got it. Так. Надо как-то от этих ребят избавиться. О, она же щиты снимает, я и забыл. Какая молодец, доктор! Какая вы молодец! Там кто-нибудь еще есть, док?
Я так понимаю, что да. Как-то все не очень хорошо пошло. Да, перезагрузка щита не особо сработала. Что, малыш не ожидал замерзнуть? Да вашу ж мать. Думаю, ребята точно не ожидают, что они замерзнут. Замечательно. Пол ворот мы открыли. Пол штуки ворот. Так, туда нельзя пройти. Здесь вроде как тоже ничего интересного. Так, ну, на самом деле просто... Disabling systems. Надо вырубить того тюремщика жесткого. Но для этого мне нужно сначала его увидеть. Go under cover. Кажется, кто-то замерзает. Ау. Или отмерзает обратно. Так, хочется мне тебя убить, конечно, побыстрее, но да ладно. Так, лишим этого тюремщика защиты. Все будет хорошо. Разрабный умный, я скажу вам. Taking fire. Using overload. Кажется, у меня два челобрека решили замерзнуть. О, КПК. This should come in handy. Ну и запас панцелина увеличился. Ха-ха-ха. Не зря я проверил эту штуку. Только надо было это сделать чуть раньше, чем сейчас. Ладненько. Двери открыты, можно валить. Engaging autopilot. We should be well out of range before they get their security measures unscrambled. Do you think they'll come after you? I'm not taking any chances. Batarians don't take kindly to humans who plan to destroy their mass relays. So the charges against you are true? Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology out in the fringes of this system. I guess you found something. We found proof that the Reapers will be arriving in this system. When they get here, they'll use its mass relay to travel throughout the galaxy. We call it the Alpha Relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it? Exactly. Doing that would stop the Reapers' invasion,
Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful mass effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Moving an asteroid just requires thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. Get the right amount of power and a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And, well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. Is the project still operational? I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. How were you caught? We've been smuggling starship parts from Omega. Thrusters, guidance, an aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Row, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. What's a Reaper artifact doing in an asteroid? We don't know, or even what its purpose is. Some things are just too old or large to comprehend. Even a Reaper thousands of years dead contains power. Their artifacts are worthy of study, regardless of their purpose. How exactly does a Reaper artifact give you proof of an impending invasion? It showed me visions of the Reaper's arrival. Much like your Prothean beacon, I imagine. The Reapers are coming, Commander. That much I know for certain. If you're working near a Reaper artifact, how have you avoided indoctrination? We've been very careful. We know what we're dealing with. You're not speaking to a child, Shepard. I saw what Sovereign did at the Citadel. Trust me, I know what's at stake. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Good to hear your voice, Doctor. You coming home? Affirmative. And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The Commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. Project Base out. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. Что-то мне это не нравится.